Пять красивых девочек из советского кино. Как сложилась их судьба? Советский кинематограф богат не только на взрослых звезд, но и на одаренных детей, которые благодаря таланту, фотогеничной внешности и грамотной работе режиссеров получали всесоюзную известность. Среди них особое место занимают девочки-красавицы, образы которых надолго оставались в памяти благодарных зрителей. Пятое место. Сестры Юкины. Помните таких? Очаровательные, харизматичные близняшки Ольга и Татьяна Юкины известны массовому зрителю по фильму сказки Александра Роу «Королевство кривых зеркал», где они сыграли главные роли. На съемочную площадку десятилетние девочки попали случайно. Их фотографии с детского конкурса чтения стихов среди близняшек и двойняшек попались на глаза режиссеру, который пригласил их на свой фильм. Сказка имела огромный успех, однако гонорары девочек были более чем скромными. За свой труд они получили по 80 рублей. Через год сестры попросили Роу дать им еще какую-нибудь роль. И режиссер снял их в маленьком, но запоминающемся эпизоде своего самого лучшего фильма «Морозко». Оля и Таня сыграли девочек-близняшек, собирающих грибы. Несмотря на всесоюзную славу, Юкины больше не снимались в кино. Они работали в организации «Интурист» и по меркам советского времени жили очень хорошо в материальном плане. Но после перестройки и 1990-х годов их финансовое положение пошатнулось, и они перебивались случайными заработками. Тем не менее, сестры были очень дружны и до последних дней поддерживали друг друга. Ушли из жизни рано. Сперва Ольга от инсульта в 51 год. Татьяна сильно переживала потерю сестры и впала в глубочайшую депрессию. И скончалась в 57 лет от атеросклероза. Четвертое место. Елена Проклова. Елена Проклова – известная советская актриса, признанная красавица советского экрана. Свою карьеру Елена Игоревна начала в далеких 1960-х, когда была школьницей. Ее дебютом в кино стала главная роль в фильме Александра Митты «Звонят, откройте дверь». Девочка прекрасно справилась с нагрузкой и через год сыграла Герду в сказке «Снежная королева». Хотя Проклова выросла в творческой семье, ее дед и прабабушка были актерами, девочка не собиралась становиться актрисой. Однако первые успехи на съемочной площадке привели ее в МХАТ. Всесоюзная известность пришла к актрисе после выхода на советские экраны мелодрамы «Единственная», где ее партнерами были Валерий Золотухин и Владимир Высоцкий. Она также снималась с такими знаменитыми актерами, как Олег Даль в фильме «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», Михаил Боярский в музыкальной комедии «Собака на сене». Но по-настоящему звездным стал ее дуэт с Андреем Мироновым в любовной мелодраме «Будьте моим мужем». Проклова три раза была замужем, у нее две дочки и внучка. Со своим последним мужем актриса сохранила теплые дружеские отношения, тем более что он поддерживает ее после инсульта. Третье место. Оксана Алексеева. В 1980 году состоялась премьера детского музыкального фильма «Приключения электроника», который мгновенно завоевал всесоюзную славу и принес юным актерам народную любовь. В эпицентре внимания оказались братья Тарсуевы, сыгравшие Сережу Сыроежкина и его электронного двойника. Однако второстепенные персонажи не потерялись на их фоне. Настолько хороши были сценарий и режиссерская постановка. Главная положительная женская роль досталась Оксане Алексеевой, которая сыграла подругу главного героя, очаровательную Майю Светлову. Симпатичная девочка с каштановыми волосами и лучезарной улыбкой покорила как режиссера, так и зрителей, которые забросали юную звезду письмами с просьбами продолжать сниматься. Однако Оксана пошла по другому пути. Она закончила политехнический институт и стала программистом. Она вышла замуж и родила сына Александра, который выбрал ту же профессию. После развода она вышла замуж во второй раз и уехала с мужем и сыном во Францию. Оксана Алексеева с удовольствием вспоминает съемки в знаменитом фильме, который, по ее словам, обогатил ее духовно. Алексеева прекрасно выглядит и ведет активный образ жизни, занимается спортом и выкладывает свои фотографии в соцсетях. Свои 56 лет выглядит превосходно. Второе место. Наталья Гусева. Юная Наташа Гусева проснулась знаменитой после премьеры фантастического фильма «Гостья из будущего» по мотивам повести Кира Булычева «100 лет тому вперед». Девочка сыграла главную роль Алисы Селезневой, которая сделала ее знаменитой на весь Советский Союз. Хотя она, по своим внешним данным, не походила на эту героиню. После премьеры среди кинозрителей началась настоящая Алиса-мания, которая не на шутку испугала юную звезду, совсем не мечтавшую об актерской карьере. Тем не менее, она вернулась к роли Алисы Селезневой в фильме «Лиловый шар», который, однако, не сумел повторить успеха «Гостей из будущего». В 1990-х годах Гусева, желая сохранить чистый образ Алисы, принципиально отказывалась играть в фильмах со сценами жестокости и насилия. Она занялась биологией, которой увлекалась с детства,
А съемки в знаменитой картине вспоминает как увлекательное путешествие. Первое место. Екатерина Парфенова. Музыкальный фильм Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Выше радуги» считается одним из лучших в кинематографе периода перестройки. Главную роль в нем сыграл юный Дима Марьянов, а компанию ему составила прелестная блондинка Катя Парфенова. Картина имела колоссальный успех у публики, а Катя стала одной из самых многообещающих актрис советского кино. Но когда девочка подросла, наступили лихие 1990-е, и она решила попытать счастье за рубежом. До отъезда девушка выиграла престижный конкурс «Мисс Мира Университет» и уже в официальном статусе признанной красавицы приехала в Париж. Однако Парфенова не прижилась в мире высокой моды, хотя участвовала в показах таких знаменитых кутюрье, как Диор и Валентина. Девушка стеснялась камеры и папарацци, поэтому скоро перебралась в Лондон. Сейчас Парфеновой 50 лет, и выглядит она великолепно. К сожалению, ей не повезло в личной жизни. Из-за бракоразводного процесса со вторым мужем за Екатериной надолго закрепилась скандальная репутация. Тем не менее, сейчас она более или менее наладила жизнь в Лондоне, где воспитывает двоих детей.